О! Здорово! Ты кто такой миленький? Пузи! Тихо. Подожди. Пузи, блинчик, здорово! Всем здорово, ребятушки! С вами Джаз Джек. И мы продолжаем с вами проходить экзорциста в очках виртуальной реальности. Да. Вторая глава мне понравилась, поэтому я решил как можно скорее выпустить третью главу, тем более, что я почитал... Давайте так, я посмотрел отрывок, пока я покупал третью главу, и, короче, что-то будет типа паранормального явления, по крайней мере, мне кажется, и в официальном описании написано, что... Ребенок плачет, там какие-то странные звуки доносятся. Короче, молодая семья в интернете оставила заявку на то, что происходит какая-то непонятная хрень. И поэтому просят священника прийти и посмотреть, что, мать твою, происходит. Угу. Вот. Так что давайте погружаться. Так, подожди. Опять у меня на башке звезди... Вот одну секунду. Так, все, навел я красоту, короче, марафет. А что у нас уже? Них, у нас уже что, золотые ролипсы, что ли? Спокойно. Движения, конечно, здесь очень отвратные. Так, skin deep. То есть изгонять, я так понял, что-то мы будем из ребенка, скорее всего. То есть, получается, в прошлой главе это была женщина. Да, вот у нее там вот всякие вот. То в этой главе у нас будет ребенок. Интересно, кстати, а давайте вот я сейчас вот просто вот... Мне просто интересно, вот сюда вот так вот. Ага, в этой главе у нас был просто фасад здания. Понял. Так, ну что ж, глава 3, Skin Deep. Глубоко под кожей называется, скорее всего, эта глава. Давайте начинать. Надеюсь, она будет очень веселая. Так, ханабонус, рива. Рива. Так, странный звук на CD и такой же голос, который я слышал в 74-м. Когда мы встретились у двери, я увидел мистера Мэтта и его голос, короче, о том, что там что-то ребенок, и я солгал. А, хорошо. Это мог быть Абузон, один из демонов, который возглавляет легион. Нихера себе, в смысле возглавляет легион? Какой нахер Абузон? Так, это молодая семья, да? Хорошо. Эти записки нам, в принципе, не нужны. Это какие-то... А, это лампочка. Ледовская лампа. Алло, пш. Как слышно, прием. На связь выходи, демонюга. Сатанюга пидорская, выходи на связь. Интересно? Не, не можем. Хе. Ну окей. Эй. Да ебать, слышь, я бы в таком доме вообще бы охуел. Вы что, гоните, что ли? Так. Сука, где мой вазелин и где мое ружье? Погнали. Короче, стандартные вот эти вот. Тихо. А вот это что? О, маракасы! Чика-ча, 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 чика-ча. У-ху-ху. Демонюга, здорово, ебать. О, пацан. Ты? Слышь? Крест, целуй. Целуй, я сказал. Маркасы. Бельзебул, здорово. У-ху. Так, подожди, подержи крест. У-ху. Бельзебул. 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 Еба. Нихуя, какой приятный мишка. Да, давай. Опа, не реви. На, посмотри. Пикбоя, посмотри.
На, вот, замолчи только, пожалуйста. Вот это вот что? Что это? На, пожри еще там что-нибудь. Жрать хочешь? На. Пососи же. Так. А что? А, не, подожди, эту хрень мы забрали. Все нормально. Маракасы. Опа. Гондурасы. Так. Consult your doctor is Curly Strangers. Stages for advice. Слышь, рука, ну-ка магию хватит свою делать. А, тут всего одна страница. Так, хочешь на игрушку еще? Все, нормас? Ну что, тебе не нравится, как я играю, что ли? Алло. Чего такое, пацан? Чего тебе, не нравится, что ли, что-то? Ты малышка какая, без глаз. У него реально нет глаз, посмотри. Еба, а где твои глаза, пацан? Что с тобой произошло? Алло. Ну все. Все, Вельзевул. Тебе пиндоц. Сейчас я тебя найду, мразь. Так. Маракасик упал. Так. Хорошо. Слушай, а если в пацана... Так, святая вода... А если спреем... Так, пацан, ты, короче, с тобой пока... Хорошо, с тобой нормально все. Блять, ну это, конечно, хрень светит так себе. Во, все, крест. Погнали. Бельзевул. 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 Здорово, ёба. Здорово. Настроение такое попеть. Бельзевул. 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 Здорово, пацанчик. Вообще, по идее, я сейчас должен был закрыть, и в отражении должно было появиться страшное уебище на самом деле. Ну, в смысле, то есть я. Так, что? Так, use the bees oil lamp to illuminate your... Some demons can even be nippled by holy shit. Ага. Короче, нужно использовать лампу. Акча. Тихо, возьми. Ого. Вот это пойдет. Так, что это? Похую. Так, давай. Так, и чё? Погоди. Это тест на беременность. Это тест на беременность, я тебе сказал. Ну, ты, да ну так неинтересно. Так, подожди. Вот так. Так, ок. Там наверху ни хрена нет. Нету тут нихуя. Опа. Ой, тут тихо. Тут что-то... Это, слышь? О. Темно. Темно. Темно тут, а. Так, давай, на, все сейчас обыщем. Сейчас, на, все обыщем. Все, ёпта. Опа. Что это такое? А, понял. Так. У нас осталось... Слышь, а на пианинке играть можно? О, иди сюда. Хорошо, хорош, круто. Ладно. Получено достижение. Майк кто? Хе. Я же сказал, что я музыкант от бога, ёбау. Так. Так, погоди. Вот это вот. Ебанутая, что ли? Господи, ты ж красивая, а чё я тебя напугался-то? Ой, так, чё это? Ок. Слушай, а может быть что-то за тобой есть? Нет, за тобой ничего. Так, тихо. Мысли я уронил, ты в курсе вообще? Всё к твоим ногам. Видела, чё могу? Так. А вот это что за хрень, мне интересно? Так. Ну-ка.
Не? Ок. Ну ладно, погнали дальше. Опа. А вот это, кстати, вуалька была. Не, смотри, как я как... Обоссался, по-моему, немного. Опа. Ага. Счастно. Так, в доме есть что? Опа. Так, в доме открывается дверь. Ага. Короче, тест на беременность. Их молодая семья узнала. Привет. Я ты страшный и здоровый. Короче, тест на беременность. Их семья узнала, что женщина беременна. Она начала принимать таблетки, да? Хуя там Слендермен, вы видали вообще, нет? Опа, а пацан... Кто с тобой? Слышь, это непорядки вообще. Опа. Этот дом содержит секреты. Да, я покажу тебе. Ты подожди, ты меня только не пугай, лады? А так все ок будет. Ну, он вроде, кстати, не особо злой. Ну, по крайней мере, пока что. Чё? Чё, где секреты-то твои? Секретики где? Алло. Здесь? За вуалью? Не, нету. Так. Опа. А где ты, слышь? Где твои секретики, алло? Не открывается. Так. Тоже не открывается. Подожди, а куда? Слышь, чё? Я, говорит, тебе покажу секреты. Какие секреты ты мне можешь показать, демонюга супостатская скотина, блин? Я тебе ебал твой разорву нахер, сюда подошел, я вообще-то этот со... Опа, чё ты орёшь-то? Я этот, экзорцист со стажем нахер. Я уже целых две серии прошел, соску тебе ща в рот запихаю, скотина блядская. Сюда подошел, блядь. Так, подожди. А чё это... Ну и чё? Подожди, а может быть, что-то там с помощью... Короче, давай крест попробуем. Не знаю, может, с помощью креста что-то... О, хорош! Мы вот так могли сделать раньше. Так... Так, и чё? Алло, ну я вот такие вот моменты не люблю. Ну типа, ну, алло, я же... И это... Нормально же общались, куда идти-то? Может, на пианинко надо поиграть? Давай. Не? Не призываешься? От моего чудесного песнопения не хочешь? Ну как хочешь, уёба. Так. Так, что-то тут упало, слышу. Где? Куда идти? Что делать? С кем разговаривать? Так, нет. Что-то я не стригерил, короче. Что-то я не то. Так, слушай, может быть... Но мне в подсказках было, что... Смотри-ка. Тут какой-то поносный жук. Смотри. Так, подожди. Так, стоять, подожди. А что если... Нет?
Не, ну смотри, тут какой-то жук есть. Вот он, смотри, ползает червяк. Может быть, мне его надо взять каким-то образом? Или что мне надо делать? Короче, я понял. А светом вот этим вот отображаются вот эти как раз шмоточки, короче, которые, ну, типа, желтым, да, потом таким подсвечиваются. Ок, давай тогда, может быть, что-то здесь. Упустил я. Ну, типа, что-то желтое, может, знаешь, должно быть. Что-то мы там должны... Подожди. Что это она? Это дверь? Ага! Ха-ха! Так. Давай вот так. В правой руке уже как-то поудобнее. О, бля, сейчас будут, нахуй, манекены. Здорово, манекен! У, сисечки! Так. Бля, ну там что-то как-то... Это. Тут эти манекены. Они какие-то... Так, ну-ка давай. Так, не, подожди. Тут ни хрена. Тут тоже ни хера. Так, это что? Они так... Неважно, во что ты веришь, наверное, да? Ты всегда будешь красивой для меня. Так, опа. На хлебало надеть надо. Причесаться. Так. Может тут что... А, слышишь, может она страшная стала? Может что произошло, она стала страшной, да? Подожди. Давай-ка еще вот сюда заглянем. Опа. Опа. Может тут... Опа, ножники. Пойдем. Ща бу маньяком играть. В ДБД играли? Ой, у тебя что-то черви лезут, ты в курсе? Ой. Ой. Ой, у тебя это... Тебе в рот змея залезла, в курсе? Ой. Фу, какая гадость. Сейчас я зажгу, и будет какая-нибудь хуйня, да? А нет. Нормас. Так. Опа. Драт, у тебя оборачиваться специально не хочу. Так, погоди. Опа, бутылка. Лезвие. Ага. Чё ж ты наделала, дурочка? Короче, здесь целое самоубийство произошло, да? Ой, змея. Так, погоди, а может быть... Может быть, что-то с этой змеей сделать? Я тебе сейчас это... Ты подожди. Не? Уходи, детектив. Короче, он мне показал целую историю, да? Типа, что тут произошло? Типа, короче, целую историю мне рассказал. Нам. Мне, говорю. Типа, говорит, уходи, детектив. Типа, тут произошло некоторое дерьмо. А я не согласен. Подожди. Ой. Ага. Ага. Погоди, я пока не согласен. Стой, Вельзевул. Я тебя нахер изгоняю, сука. No, detective. You shouldn't play around with such things. Так, подожди, я не понял. Ты забрал у меня эту хрень и это... Ага. А мне теперь надо зайти туда, да? За крестом. Фаербол, почему не могу кастовать?
Это чё? Опа. Ага. Так. Погоди. О, блядь, это демоническая версия, короче. Да? Ёпта. Здорово. Ты кто такой миленький? Пузи. Тихо. Подожди. Пузи, блинчик, здорово. Это, руку верни. Да ты верни мою руку, я сказал. Слышь, вер... Ой. Ой. Так, подожди. Я, если честно, так особо и не это. Вот смотри, мне прям вот сюда вот так вот, да, показывает. Так, подожди. А, я и не могу, да? Значит, мне надо крестом водить, короче. Подожди, а может быть мне идти надо? Подожди. Ага. Змей треклятый. Так. Так. Где ты, ублюдок? Я найду тебя, где бы ты ни был. Опа, смотри, сидит. Вон, смотри, на потолке. Я тебя нашел, ублюдок. Эй-эй. Слышь, ты куда-то полез? Так, подожди, мне кажется, я немного застрял. Можно я выйду? Нет? Знаете, я бы был бы... Можно я просочусь, пожалуйста, вот так вот? Так, по-моему, я сломал игру. Мадам, ну как бы у вас прелестная жопа. Как бы, ну там, да, это классно. Вот, но можно я... Так, подожди. О, выбрался. Так, подожди. Так, где-то вот здесь. Где-то вот здесь. Так. А, ну это да, это вот он как раз. Так. А, ну все, давай, погнали, обряд изгнания. Смотри, змей душит, душит змей. Я тебя изгоняю. И именем святого Дзека. Давай, выходи, скотина демонская. Все. Так, я понял. Светим, светим. Ой-о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 й, змея, 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 змея. Много змей, много змей, много змей. Короче, хрен забили, хрен забили, хрен забили. Нет, нельзя, 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 нельзя. Давай, сука, давай, мразь! Умри, скотина! Справились. Здравствуй, малышка. Здравствуй, солнышко. Спишь? Все хорошо? Открыто достижение.
Третья глава. Так, я там, надеюсь, я не сильно нашуршал. Так. Короче, его ребенок был захвачен демоном. Что я могу сказать? Если я не понимаю, как это должно происходить, когда я вернулся куда-то там, Room, I discovered new... Ага, я нашел новое письмо, когда я вернулся к себе на рабочее место. Так, ну все, да, получается, прошли. Так, новый пакетч. Хорошо. У нас, смотрите, еще две главы, да? Самаритянин какой-то и гробница. Томб, я знаю, как гробница переводится, да. Как-то так. У нас какие-то там новые материалы. Что я хочу сказать? Игра вроде бы даже меня заинтересовала. Это, знаете, это мне напоминает своего рода... Что-то типа X-Files, короче. Не знаю, как вам, но мне вот прям реально X-Files какой-то напоминает. Прям местами реально кажется, что это прям что-то... Вот это вот тайна. Это уже в первой серии было дико страшно, реально. Потому что этот демон, он прям на нас лез. Он прям... Они прям... Видно, в первой главе они хотели, короче, именно запугать нас скримерами. Типа завлечь, знаете, типа, ебать, страшно там вообще, пиндоц, там вся фигня. Во второй части было полустрашно во второй главе. То есть, вообще, в третьей части, как вы сами видели, я уже просто ходил, шутил там, как, знаете, уже как будто, бля, как реально к себе на работу хожу каждый день. Уже как-то больше веселья это доставляет и больше интересно, как бы, да? Там демон рассказывает, что вот, смотри, что произошло, короче, вот поэтому я захватил их душу, уходи отсюда, сволочь такая. А мы такие, да нихера, ты подобного не захватишь этого ребенка, я тебе сейчас вот так, а ты потом... И мы, короче, ему на и забили, короче, ему кол в осиновую сиську его, которая висела, свисали, кстати, видали, у него сиськи свисали. Хотя голос, ну, мужской был. Странно, да? Очень странно. Вот, не знаю, как вам, но мне глава показалась не страшной, но более какой-то интересной, что ли. То есть что-то прям такое, прям интересное уже начало происходить. Больше именно за сюжетом как-то стараешься следить, чем за какими-то там скримерами, которые летят тебе в лицо. По мне, это поинтереснее. Вот. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу третьей главы. Я надеюсь, она вам понравилась. Обязательно ставьте пальчики свои вверх. Обязательно радуйтесь. Обязательно рассказывайте об этом видео всем своим друзьям, знакомым, всем-всем-всем-всем людям на улице, прохожим там. Кидайте им в лицо телефон и говорите, смотри, какой видос классный, чувак, да вообще духов изгоняет вообще-то. А вот такие вот дела. Ладно, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. И всем, ребятушки, пока.